Праздник на автоцентре «Джили» прошел в преддверии Международного дня защиты детей. Солигорские госавтоинспекторы провели игровую программу. Призы и подарки, ростовые куклы, веселые викторины, выступления от воспитанников клуба «Родник». И все это с одной целью – для профилактики происшествий с несовершеннолетними на дорогах, дома, в местах массового отдыха. Который год с нашими единомышленниками, можно так сказать, партнерами, друзьями, коллегами проводим такую обширную профилактическую акцию. Каждый год мы называем ее по-разному. В прошлом году это был ребенок, главный пассажир. В этом году более такое общее название — маршруты безопасности. Они в первую очередь направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. С начала года на территории Минской области произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, где двое несовершеннолетних погибли, это дети-пассажиры, и 17 ребят получили травмы различной степени тяжести. Это пешеходы, опять же пассажиры, велосипедисты и один водитель. Поэтому сегодня наша задача, как госавтоинспекции, так и наших коллег, напомнить нашим юным участникам дорожного движения основные правила безопасного, правильного поведения на улично-дорожной сети. Взрослые делают все возможное, чтобы никакие происшествия не омрачили детям их каникулы. Белагропромбанк вместе с ГАИ МВД Республики Беларусь делают, прокладывают безопасный маршрут для наших детей. Мы проводим акцию «Безопасный маршрут. Путеводитель по дорогам и финансам». На сегодня очень важно, чтобы наши дети обучались не только правилам дорожного движения, но и финансовой грамотности. Только все вместе мы сможем сделать жизнь наших детей яркой, запоминающейся и безопасной. Поэтому пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, любимым. Ну а мы, конечно же, взрослые, будем стараться обучать их и финансовой, и дорожной безопасности. Викторины, конкурсы, развлекательные мероприятия с призами и подарками. Сотрудники ГАИ надеются, что маленькие участники дорожного движения будут знать и соблюдать правила дорожного движения.